Какой сегодня день? Пятница. Миш, можно мне потушить? Это шестой день. Да, наверное. Я сбилась со счету. Да, кажется, я... Какой день? Да, сбилась со счету. День предпоследний. Точно. Вообще, Джексон Холл – это горный курорт. Там он много есть трассы. Зимой здесь будет кататься на лыжах, на сноубордах. Мы жили в этом отеле. После вчерашнего хайка не готовы больше так хайкать. Поэтому сегодня мы готовы. Будем сегодня готовы. То, что в облачке, это Гранд-Титан. Там есть Мидл-Титан и еще какая-то гора. Хотим мы залезть на эту еще с подъемчиками? Или не хотим? Или вот так? Сколько она получается? 1,6? Да непонятно. 2,6? 2,8 получается. 4,4. По сравнению с Йеллоустоном, здесь птички поют. Там не пели. Наверное, из-за пожара. Хорошо, птички поют. Свет, ты как лось делаешь язычком. Маленькая какая, посмотри на нее. Ты какая маленькая. Какашки олени или лосяки. Камни, мраморные камни, озеро, второе озеро, тут два озера. Или это одно озеро? Это другое. Лось плывет! Булькается? О, здоровенный. Ну-ка, закрыл всего лося. Как пёсик. Поэтому не увидите, как высоко. Вода холодная. Но. Есть такое подозрение, что это поля черники. Но это не точно.
Если бы мы были в сезон черники, здесь бы мышки кушали. Ягодку вкусно. Да, Саша? А вот и рябинка для черного Миши. Прямо тут хорошо и кушать, и запивать можно сразу. Первый раз в Вендис, в Вайоминге. С видом на горы из окна. И лотик сзади. Элк. Эта повозка пахнет лошадью. Прикол. Я туда здесь буду смотреть. Душ и туалет. Здесь таких душ и туалетов много. Здравствуйте, если есть просто. Яблоки и чайки. Идем на Медвежье озеро. Мы на паблик идем. Вот такая деревня. Тут раньше было озеро, похоже. И у них такие персики. Можно как-то... Значит, что-то произошло. В озере могут купаться только чайки и гусики. Из этих домиков разъехались, потому что озеро от них отошло. Вот это прикол. Сливы. Идем пешком по какому-то маленькому городку. Все на нас из машин выглядывают, смотрят, удивляются. Машина. Thank you.
Я снимаю видео. Мне пицца присели. Кто за пицца сказал? Все. Коллективное решение. Тебе будет легче в самолете лететь завтра, если ты сегодня не будешь пить. Я же не собираюсь на хрень. Лететь в самолет не собираешься? Лететь в самолете. Я же не собираюсь лететь в самолете. Над костом пролетает снежинка. Как огромный. Снежинка как огромный собирает, да? Да. Какие-то лагеря вылетают. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою? Их можно в какао класть? Нет, ты будешь печенье класть? Смотри. По печенье. Шик.